19 сентября возобновила работу воскресная школа при храме Рождества Христова. В этот день состоялись первые занятия, которые начались с ознакомительной встречи учащихся, их родителей и преподавателей. Мы очень ждали этого дня. Мы к нему и готовились, и надеялись. Детей мы собрали много, около 80 человек. Обязательно у нас будут кружки танцевальные, курсы кройки, шитья для девочек. Новый кружок у нас открывается, церковное хоровое пение. Планов много. Детей много у нас маленьких. И как бы хотелось бы их научить основам человеческого жития, чтобы они выросли хорошими, добрыми детками. Почему вы привели своего ребенка в воскресную школу? Ну, во-первых, это важно, потому что важно жить, в первую очередь, это с Богом. Чтобы Бог был всегда везде рядом. Я как бы уже более в позднем возрасте пришла. И поэтому хочу, чтобы он с самого начала шел за руку с Богом. Чем раньше ребенка приобщаешь к православной жизни, тем легче и нам, родителям, и ему в дальнейшем прийти к вере, стать настоящим христианином. И, конечно, православная школа в этом очень сильно поможет.